юноша, может, напротив стоит, провокатор. Ведет себя очень агрессивно, провокатор. Вот стоит юноша, он ведет себя нормально, и нечего же к нему приставать. Нормально он себя ведет. Вот спросил, нормально себя ведет. Он высказывает свою точку зрения. Вы не мешайте ему. Давай, милиционер, ничего не заседание. Крепостное право, у нас рабы работают. Здравствуйте. Я слушаю. Ну вот я и говорю, как рабы работают у нас. Вот и все. А при царе батюшке этого не было. Конечно. Ни к чему не призываю. Я призываю к чему? Что когда сейчас левые начнут друг друга лупить, а вы их будете на улицах разнимать, мы придем последние и всем дадим по башке. Вот и все. Я, кстати, ожидаю этого. Ну и вот. Мы, русские, возьмем в руки автоматы и наведем здесь порядок. А вы дальше будете, пройдете у нас аттестацию. Если у вас там руки не волосатые, будете служить царю-батюшке. Вот и все. Мы установим армию, все будет нормально. А России можно служить не царю-батюшке, а России? Нет, России сейчас нету. Да, страна, в которой мы сейчас живем, это Россия в кавычках. Так, значит, вас как зовут? Валентин. Валентин Александр Александрович. Значит, чтобы никаких драк. Драки? Нет, какие драки? Какие драки? Вы что, кого тут бить?